В феврале этого года делегация Казанского федерального университета посетила Москву для прохождения специальной стажировки по программе проектирования современных программ магистратуры. Программа была организована корпоративным университетом Сбербанка, сотрудничество с которым ведется не первый год. Тогда в стажировке принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. 13 апреля уже в стенах Казанского университета состоялась итоговая аттестация команды Института управления экономикой и финансов. Докладчики, которые прошли обучение в корпоративном университете Сбербанка, защищали свои проекты образовательных программ по направлению магистратуры в области экономики и менеджмента. Ожидается, что уже в скором времени в Казанском федеральном университете появятся новые магистерские направления, которые будут наиболее актуальными в сегодняшних реалиях. Более подробную информацию о состоявшемся мероприятии мы расскажем вам в нашем следующем выпуске. Адель Шамилова, Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.